Ты уже нашла работу? Нет, но удочки закинула. И немало. Вы фанатка нашего шоу. Ну, у вас так много интересного. Да, мы знаем, оно отвратительное. А завтра мы покажем вам, что делать с пузырьками из-под шампуня, в которых этот шампунь еще остался. У нас недостаток людей и финансирования. Вас как продюсера ждут сплошные насмешки и переработка. Да, а зарплата просто смешная. Согласна. Я хочу предложить вам место соведущего шоу «Доброе утро». После моей-то карьеры? А готовить он будет? А делать сюжеты о моде и сплетнях? Это не мое. Ты, оказывается, напыщенный и бесполезный идиот. Зато платят мне в 3 раза больше, чем тебе. По-моему, самое время начинать пить. Ну а теперь-то что? Майк оскорбляет некое слово в следующей подводке. Это репортаж о курице. Я не буду говорить слово «пушистик». Интересно, как Джерри тебя нанял? Ни лоска, ни породы. А завтра Колин приготовит классическую английскую сосиску с пюре. Потому что ты это делать отказываешься. Но мне по ночам чужие сосиски не снятся. Неплохо вышло. На твой будильник можно положиться? Хочешь еще больше опустить наш рейтинг? Ты для этого к нам пришла? Постарайся не ввести всю страну в кому своим занудным голосом. Да пошла ты! Майк! Здесь никто не может работать, потому что тебя ни о чем нельзя попросить! И мы снова в прямом эфире. Вы смотрите «Доброе утро»? Это моя работа, но не вся жизнь. Take what you want. Чмоки-чмоки. Ну, это перебор. А еще раз?